Давным-давно в бескрайних просторах космического океана жила-была звезда по имени Лумина. Она была яркой и могущественной, освещая своей сияющей короной туманности и галактики вокруг. Но, как и все звезды, у Лумины был свой срок жизни, и она знала, что однажды ее свет потускнеет. Шли годы, и Лумина начала стареть. Ее ядро становилось все тяжелее и плотнее. Энергия, поддерживавшая ее свечение, начала иссякать, и Лумина стала медленно угасать. Она почувствовала, как силы оставляют ее, и поняла, что приближается к концу своего пути. Но Лумина не боялась, потому что знала древнюю легенду о звездном пророждении. Легенда гласила, что когда звезда исчерпает все свои силы, она не просто исчезнет, а пройдет через величественное превращение, даруя начало новому чуду. И вот наступил этот момент. Ядро Лумины стало невероятно плотным и горячим. Она сжалась в крохотную точку, преодолевая все границы и пределы своего существования. В этот момент Лумина превратилась в могущественную черную дыру, поглотив все вокруг себя, словно вечная стражница космической тайны. Но это было еще не все. Взрыв небывалой силы потряс космос. Лумина вспыхнула суперновой звездой. Огромное облако света и энергии разлетелось во все стороны, освещая всю Вселенную. Из этой вспышки родилась новая звезда, молодая и полная сил. Ее назвали Нова, что на древнем языке звезд означало «новое начало». Так Лумина ушла, но ее дух жил в Нова, даруя ей свет и тепло. Нова знала, что однажды она тоже станет частью великого круга звездного пророждения, продолжая бесконечный танец жизни и смерти во Вселенной. Итак, в бесконечных просторах космоса продолжается эта великая сказка о звездах, о их рождении и смерти, о том, как из тьмы рождается свет, и как в каждом конце скрыто новое начало.